Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать всю самую актуальную информацию про новые бесплатные лимитные вещи в стиле Дня Святого Валентина. А он у нас уже совсем скоро. Ну а также расскажу вам про новые вещи, которые вышли уже в Роблоксе в стиле Blackpink. Да-да, я знаю, что вы все обожаете эти вещи. Ну что ж, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, мне будет очень приятно, если вы до сих пор смотрите мои видео без подписки. И также вступайте в мой телеграм-канал, потому что прямо сейчас там начался розыгрыш робоксов. Ну что ж, поехали! Торпец – это лучший маркетплейс по робоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Ну а также Торпец раздают всем своим новым пользователям бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца февраля. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупайте выгодно и безопасно! И в первую очередь, ребята, я хочу вам рассказать вот про эти прекрасные голубые крылья, которые мы с вами сейчас можем получить в Роблоксе. Количество копий у нас 5000, и на данный момент распродано уже практически половина, потому что посмотрите, как они шикарно выглядят. Но вы еще успеете, думаю, их получить. Делать, ребят, мы это с вами будем вот в этой игре, Litter's Pet Shop. Все ссылочки, ребята, на игры будут в описании к этому видео, так что переходите после видео и получайте эти вещи. Давайте зайдем в эту игру, я вам расскажу, что тут нужно делать. Смотрите, ребята, как только мы с вами погрузились в этой игре, мы с вами появляемся вот на этой локации. Здесь нам нужно с вами купить одного питомца, а лучше, чем больше, тем лучше. Смотрите, один питомчик, ребята, тут он выпадет вам на рандом, стоит 100 монеток, и как только, ребят, у вас хотя бы появится два питомчика, вы можете в целом уже приступать к заданиям. А именно, ребят, смотрите, вот эти вот крылья у нас находятся здесь. Нам нужно собрать 30 тысяч монет, чтобы получить эти голубые крылья. Монетки у нас, ребята, это вот эти такие вот желтенькие. Как мы их с вами получаем? А именно, ребята, у нас тут вот есть такое вот поле целое, и как только мы пробегаем мимо каких-то либо частей, мы с вами должны, так скажем, развеселить наших питомчиков. Для этого, ребята, мы с вами нажимаем на, вот у меня, к примеру, на двоих моих спаниелев. Они вот сейчас тут крушат дерево с яблоками, и за это мы с вами получаем монетки. То есть мы с вами должны развлекать наших питомцев, а за это они нам приносят вот эти дополнительные денежки. Например, сюда вот подбегаем, садим их на качельки, они у нас качаются, и зарабатываем деньги. Также, ребята, не забываем, что вот здесь у нас сбоку есть всегда такие вот подарки. Они выпадают нам каждые тут вот где-то 10 минут, где-то 30 минут, час. Чем дольше сидим в этой игре, играем в нее, тем больше и лучше нам подарки выпадают. К примеру, я зашла в эту игру второй раз, и мне сразу же дали 20 тысяч гемов за то, что я зашла в эту игру второй раз. Также, ребята, нам здесь игра дает определенные задания, за выполнение которых мы также зарабатываем дополнительные бонусы, дополнительные денежки. Здесь вот, ребята, мы с вами можем смотреть, какие петы у нас есть в инвентаре. Здесь мы их с вами можем менять. Каждый питомчик, ребята, у нас имеет определенную силу, и чем у нас лучше петы, тем, конечно, соответственно, мы больше монеток за это получаем. Как только, ребята, мы с вами накопим 30 тысяч монет, а также, ребят, мы еще можем с вами накопить 15 тысяч монет, сейчас объясню почему. Мы с вами нажимаем вот на этот кругляшок и заходим в магазин. Здесь, как только мы накопим эти деньги, мы можем как раз таки в этом месте получить нашу бесплатную вещь. Для этого подбегаем вот сюда вот, и здесь, ребята, нам до сих пор с вами доступен вот этот прикольный портфель. Я ранее про него уже рассказывала, его очень давно уже почему-то долго так получают. Посмотрите, какой он шикарный. Чего вы его до сих пор еще не все разобрали? Ну, нам же и лучше. Его мы можем получить за 15 тысяч монет, просто нажав сюда и забрать. А затем, ребята, вот эти крылья. Стоят они уже 30 тысяч монет. Так что вот такое задание, и имейте в виду, разбирают очень медленно, поэтому поиграйте в эту игру, и задание действительно интересное, и игра тоже довольно-таки интересная. Не просто так стоять на месте, да? Вот, идемте дальше.
Следующая лимиточка, про которую я хочу вам рассказать, ребят, это вот такой вот шикарный милкшейк с каким-то розовым напитком в стиле Дня Святого Валентина, как я вам и обещала. Количество копий, ребят, у нас 3000. На данный момент распродано всего лишь 107 копий. А все потому, что, ребята, получать мы, ребят, этот милкшейк будем вот в этой игре The Curl Game. Короче, мы уже ранее я вам рассказывала про эту игру. Здесь наша с вами задача в этой игре собрать 175 тысяч поинтов времени и также сделать 50 винов. Обратите внимание, как на мне смотрится этот милкшейк. Выглядит он очень аккуратно и не перекрывает полностью все лицо. Поэтому довольно-таки стилевый, ребята, советую получить. Как только, ребята, мы с вами прогрузились в этой игре, смотрите, давайте быстро вам объясню, что тут нужно делать. Каждые полчаса, ребята, по этому таймеру нам эта игра дает бесплатные 2 кубка и также 1500 минут времени. Здесь вот, ребята, сбоку находится кнопочка Claim for UGC, точнее Claim for UGC, и вот здесь, ребята, находится наш милкшейк. Смотрите, как только мы с вами накопим 175 тысяч поинтов времени, вот здесь вот они, кстати, ребята, у нас сбоку отображаются, каждую секунду по одному поинту. И также сделаем 50 кубков, вот тут вот они у нас, ребят, тоже сбоку отображаются, мы с вами можем нажать и получить наш милкшейк. Помимо, ребят, этого милкшейка, в этой игре есть сейчас на данный момент вот такие еще прикольные лимитки. Например, этот мишка тоже очень стилевый и в целом подходит под тематику Дня Святого Валентина. И еще довольно-таки большое количество его осталось, поэтому вы тоже можете его получить. Но для него нужно чуть-чуть больше поинтов времени. Вот, ребят, главная задача — не выходить за этот круг. Если вы выйдете за круг, то время ваше обнулится. Вот такое вот задание, ребята. Всем желаю удачки. И следующая лимиточка, про которую я хочу упомянуть, ребят, это вот такая прикольная юбка от нашей всеми известной игры Walmart Discovered. Смотрите, ребят, сейчас мы с вами еще до сих пор можем получить эту юбку, но я надеюсь, что на момент выхода этого видео еще будет хоть какое-то количество копий, потому что эту юбку разбирать очень быстро, все потому, что задание довольно-таки несложное. Буквально только пару часов назад вышел релиз этой юбки, а ее уже практически разобрали. Осталось всего лишь 2105 копий. Смотрите, ребята, в этой игре наша с вами задача сыграть в 3 мини-игры и стать... и попасть в топ-5 в этих 3 мини-играх. Ну а на мне, кстати, ребята, эта юбочка смотрится вот так вот. Выглядит очень стилево, и даже на мой скин самое то. Вот такая, ребят, шикарная юбка сейчас еще доступна к получению. Успевайте получать. Но даже если, ребят, вдруг не успеете, знаете, что уже 4 числа, 4 февраля ночью, а именно на момент записи этого видео, сейчас у нас день, вы также еще успеете на релиз вот этих сережек. Если у вас часовой пояс немного другой, только количество копий, ребят, имейте в виду, этих сережек всего лишь будет 5500, и задание пока еще, как по мне, неизвестно. Смотрите, ребята, идем дальше. Следующая лимиточка, про которую я хочу вам рассказать, это вот такой вот прикольный розовый шлем в как раз таки стилистике Дня Святого Валентина. Копий у нас всего лишь 750, но разбирает, ребята, этот шлем довольно-таки не быстро. Сейчас уже распродано всего лишь 184 копии. Смотрите, этот шлем мы будем с вами получать вот в этой игре Click for UGC. Наша с вами задача в этой игре — сделать 999 тысяч кликов. Шлем, ребята, на мне смотрится вот так вот. Выглядит просто шикарно. Но здесь, ребята, в этой игре, как вы поняли, нужно кликать. А именно здесь находится такая большая кнопка, и вы нажимаете на мышку, либо пальцем по экрану телефона, и вот сюда вот просто много-много-много раз кликаете. Здесь также, ребята, можно купить дабл-клик за робуксы. Но все потому, что это в целом вам потом окупится. В этой игре очень часто появляются новые лимитки, практически каждый день. Поэтому если вы даже купите автоклик, вот, то вам это окупится. Смотрите, здесь у нас доступны еще вот такие вот прикольные волосы, которые еще до сих пор можно получить. Вот такие вот шапочка стильные, тоже волосы, имейте в виду. Ну и, конечно, вот этот вот прикольный шлем, который до сих пор можно получить. И еще есть вот, ребят, такая вот тоже розовая шляпа в розовых оттенках. Еще осталось 200 копий. Ну и для этого, ребят, обратите внимание, нужно вот такое количество кликов. Гораздо меньше, чем для этого шлема. Для шлема нужно миллион.
миллион кликов, не знаю, кто это успеет сделать, но в целом вот такая игра, ребят, ссылку также оставлю в описании к этому видео. Далее, ребята, на очереди у нас идет вот такая тоже классная лимиточка в стиле даже Blackpink. Количество копий, ребят, у нас этого шлема Валькирии 500 копий, на данный момент распродано всего лишь 29, смотрите, а получать, ребят, этот шлем мы с вами будем вот в этой игре, тоже недавно появилась эта игра, очень похожа на принцип других игр, где мы получаем бесплатные UGC-шки, только тут у нас Pop Bubbles for UGC, и здесь, ребята, наша с вами задача собрать 1 миллион наших Bubbles. Ну, в целом, давайте зайдем, покажу быстренько, что тут нужно делать, и покажу, какие еще тут есть лимиточки. А именно, ребят, как только мы с вами зашли, перед нашим экраном сразу же появляются вот такие прикольные баблы, нажимая на которые, мы с вами дополнительные, получается, поинты времени получаем. Но, помимо этого, ребята, каждые полчаса в этой игре мы также с вами собираем 10 тысяч поинтов, а именно 10 тысяч баблс. Также, ребята, где здесь у нас находится Get for UGC, вот здесь вот вверху, здесь мы можем с вами отслеживать, какие у нас лимиточки сейчас актуальны, а именно это вот наш тот самый шлем. Также, ребят, недавно рассказывала вам про эти волосы, еще до сих пор их можно получить. Еще есть вот такая классная розовая шляпа, на нее, кстати, меньше всего нужно поинтов собрать. Поинты в целом собираются не так уж и сложно, я вот уже накопила 3000 вот, 3120, в целом все реально, но играла я в эту игру совсем немного, всего лишь объясняла, что тут нужно делать. Если вы в эту игру поиграете час, то уверена, что довольно-таки большое количество поинтов накопите. Еще, ребята, у нас здесь все есть вот такая рулетка, крутя которую, вы также дополнительные бонусы с этого получаете. Ну и на мне, ребята, эта Валькирия смотрится вот так вот, в целом выполнена очень качественно. Вот, посмотрите, как шикарно она мне смотрится. Мне очень нравится, идеально подходит к моим волосам. Ну а я, ребята, иду дальше. Ну и напоследок, ребята, хочу вам рассказать про новые вещи от Blackpink. А именно, посмотрите, это вот такой вот классный стильный рюкзачок. Вот такой вот очень классный шарфик. Еще, ребята, вот такой вот аксессуар у нас на шею. И также, ребята, вот такой вот ободочек с розовыми сердечками. Все это, ребята, у нас с вами не бесплатно вещи. А именно, ребята, стоят они вот такой вот рюкзачок 120 робуксов, такая вот, ребят, такой вот ободочек 80 робуксов, вот такой вот аксессуар на шею 60, и также, ребята, наш шарфик стоит 50 робуксов. Все потому, что, ребят, мне просто хотелось вам рассказать про эти вещи, выглядят, потому что они просто офигенно, и я думаю, они стоят вашего внимания. И все эти, ребята, вещи вы также можете получить в этой игре. Давайте зайдем в эту игру, я вам еще расскажу про другие вещи, которые вы также можете здесь получить. И смотрите, ребята, как только мы с вами прогрузились в этой игре, мы сразу же бежим вот в это здание, а именно в этом здании находятся все самые прикольные вещи в стиле Blackpink. Это, так скажем, большой сборник вещей, где вы можете все в одном месте приобрести и при этом не лазить по каталогу Roblox. Здесь, ребята, представлены новые вещи, вот такие вот еще эмоции, вещи, которые вы точно еще не видели в каталоге, все они эксклюзивные, но, конечно, не бесплатные, что самое обидное, ну, потому что такие вещи, я не знаю, как можно делать бесплатными. В целом, вот такая вот, ребята, игра, и где, кстати, представлены наши новые вещички, а именно, ребята, они представлены вот на этом стенде в разделе Accessories, и здесь, ребята, вы можете их нажать на буковку Е и приобрести вот такой вот наш рюкзачок, наушники и также аксессуар на шее. Помимо этого, есть еще куча эмоций, которые вы также можете купить за робуксы. Ну, а если, ребята, у вас нету робуксов, и вы очень хотите их получить, не забывайте участвовать в моем конкурсе в телеграм-канале, который я провожу, стараюсь проводить каждую неделю. Вот такой вот, ребята, на сегодня вышел выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!